Культурная жизнь Подмосковья в этом году вернулась в прежнее русло. С соблюдением антиковидных мер безопасности все учреждения культуры работают в штатном режиме. По сравнению с 2020 годом количество посещений в них выросло на 41%. Так как посещение организации культуры такой важный для нас показатель, он у нас по сравнению с прошлым годом возрос на 40%. Это говорит о том, что все новые программы, которые мы реализуем, интересуют и пользуются спросом и востребованы нашими жителями. А культурных мероприятий в этом году было немало – около 5000. Новогодние и рождественские праздники, День города, семейный фестиваль «Традиция», День Победы и другие. Возрос и интерес жителей к литературе, отметила замглавы. Всего у нас 46 библиотек. Посещение, книговыдача и количество читателей по сравнению с прошлым годом у нас увеличилось. Но в то же время мы увеличили и количество приобретенных книг. У нас этот показатель практически в два раза увеличился, что говорит о том, что наши, в общем-то, жители читают, любят читать и, в общем-то, приходят в библиотеки. В библиотеке номер 2 проводится капитальный ремонт. Работы идут и в детской музыкальной школе Воденцова, и в зрительном зале КДЦ «Чистцовский», и в других учреждениях. А в Горках 10 с нетерпением ждут открытия нового Дома культуры. В этом году закончилось строительство Дома культуры в Горках 10. И за счет денежных средств муниципального городского округа мы приобрели оборудование в новое здание, и драпировку, и офисную технику, и, в общем-то, хореографический зал полностью. Мебелью оборудовали и в целом весь Дом культуры. В феврале этого года мы сделаем торжественное открытие, и, уважаемые коллеги, всех-всех приглашаю на участие в этом мероприятии. Одинцовский городской округ вошел в топ-16 приоритетных территорий по развитию туризма Подмосковья и включен в состав туристического маршрута Большого Золотого Кольца. За 2021 год турпоток в наш муниципалитет составил 32% от всего потока региона. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».